красоточкам пламенный приветик. Девочки, я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня решила снять видео, у меня просто есть немножко свободного времени, да, и тут кое-какие маленькие пакетики собрались за какое-то время. Ну, было немножко, в принципе, там кое-что из ухода и совсем мало из косметики. Вот, и покажу вам, расскажу, да, начну, наверное, с Эвроше. Вот, кстати, вы знаете, у нас здесь во Франции, не знаю, как в России, да, или в странах СНГ, у нас много чего сняли с производства, да, в Эвроше, то есть они заменили их другими версиями, вот, и также, вы знаете, любимые мои гели для душа, которые я показывала из серии Jardin du Monde, тоже были сняты с производства. Сейчас у них совершенно другой формат, я вам их показывала в таких вот овальных бутыльках, да. Я купила, девочки, но я забыла взять, они уже в ванной, ладно, неважно. Вот, и, по-моему, кремовых гелей, как раньше, я пока еще не видела, но посмотрим, нужно еще раз ходить, посмотреть. Итак, что же я приобрела на этот раз? Вы знаете, я повторила, девочки, крему у них для зоны вокруг глаз из серии Serum Vegetal. Вот, это крем, который шариками идет, да, я вам показывала уже много-много раз его, поэтому много говорить не буду, в принципе, он мне нравится цена-качество, да, тем более я покупаю у них всегда с какими-то выгодными, интересными предложениями, которые они мне присылают. Здесь, как обычно, 15 мл. Это серия, девочки, в состав которого входит жизненное растение, которое называется фликоид гласиаль. Этот крем, он конкретно разглаживает кожу, увлажняет ее. И, в принципе, мне нравится его текстура. Вы знаете, текстура очень приятная, она мне очень подходит. Она такая легкая, увлажняющая, не тяжелая абсолютно. Вот так вот выглядит крем, да. Вот, и здесь вот такие вот три ролика. Но, знаете, я не наношу роликом. Я, в принципе, сколько мне нужно, выдавливаю и потом пальчиками его распределяю вокруг глаз. Вот. Купила его, по-моему, со скидкой минус 50%. Далее, девочки. И вы знаете, я давно вам хотела показать один продукт, которым я уже пользуюсь приличное время, да, и все время забывала вам это сделать. Это новый продукт, который вышел у них, в принципе, не так давно. Это карандаши для глаз. Вот, значит, речь идет об этих вот карандашах. Если вам видно, да, видите, один уже маленький, потому что я его уже давно, в принципе, купила и забыла вам показать. Этот я купила вот буквально недавно. Немножко взяла в другом оттеночке, немножко потемнее, да, он, кстати, сегодня у меня на глазах, да. И вы знаете, что хочу сказать, карандаши просто отличные. У них очень-очень красивая такая сатиновая текстура, да, и вы знаете, ну вот именно для тех, кто любит не слишком яркий макияж глаз, да, как я, кто не любит какие-то четкие линии, да, стрелки такие яркие, то эти карандаши вам очень-очень понравятся, подойдут. Я всегда выбираю натуральные оттеночки, вот такие. Значит, первый карандаш, да, который уже подходит у меня, в принципе, к концу, он выглядит вот так, вот такой вот у него сводч. И второй карандаш, который я приобрела недавно, немножко взяла потемнее, у него вот такой вот сводч. Этими карандашами я делаю стрелочки, чтобы немножко подчеркнуть глаза, да. Вот видите, получается так вот, не такие вот четкие какие-то линии, очень плавные и очень-очень натуральные. Кстати, вы меня спрашивали, как я делаю макияж глаз, да, такой натуральный. У меня очень простой макияж глаз, девчонки, самый, наверное, простой, какой существует. Я просто наношу вот на верхние веки немножко теней, да, натуральные такие, коричневые, вот, и крашу только верхние ресницы, вот, я нижние ресницы не крашу, и иногда, ну, вот сегодня, например, сделала, видите, легкие стрелочки, стрелочки я делаю всегда только вот на вот этих вот участках, на кончиках. Я не ввожу на весь глаз стрелку, мне это не идет, поэтому я уже нашла давно себя в макияже, да, немножечко прорисовывают здесь, чтобы как бы немножко визуально, ну, как бы подчеркнуть глаза, да. Вот, поэтому я вам от души, девочки, советую эти карандаши. Просто отличные, отличное качество. Вот такие красивые, видите, сатиновые сводчи. Очень хорошо держатся в течение дня. Ничто не размазывается, не скатывается. Вот как вот я утром крашу и так до самого вечера. Вот, супер. Вообще, девочки, эта серия называется Jumbo Couleur Vegetal. Это карандаш 2 в 1. То есть им можно пользоваться как и тенями, да, сверху на веки,
И также как айлайнером, то есть делать какие-то стрелочки, какие-то линии. Вот, значит, первый вот этот карандашик у меня, он в номере, сейчас вам скажу, потому что номер стерся, я смотрю вот на их сайте, номер 10, называется он Noisetière, вот этот номер 10, и вот этот у меня в номере 11, который называется Oud Nacré, вот, так что запоминайте, потрясающие карандаши, в линейке есть и светлые оттеночки, и более такие, как сказать, яркие оттенки. Значит, кому какие подойдут. И далее, значит, подарили мне здесь подарочки. Вот такие вот два продукта. Значит, первый это гамаш скраб, пудру дабрико для всех типов кожи. Вот, без парабенов, значит, с натуральными компонентами, 30 мл. Это для тела. И второе это молочко увлажняющие из мякоти алоэ вера для сухой кожи, без парабенов и без красящих веществ, тоже 30 мл. Ну, попробуем. Вот, и также мне подарили здесь тоже достаточно много миничек, подарили в этот раз, да. Подарили два вот таких крема из серии Hydra Vegetal. Вот, это крем увлажняющий, написано 48 часов для нормальной и смешанной кожи. Вот такие вот два подарили. Они, кстати, по 7 мл каждый. И вот такие вот два, также по 7 мл из серии Elixir Jeunesse. Это дневной крем. Вот, так что потестируем, посмотрим, да, и также подарили здесь пробнички духов. Так, что же мне тут положили? Такая девочка щедрая прям положила столько пробников, положила мне Роз Уда. Вот, у меня такие есть, классные духи, очень такие зимние, очень такие насыщенные. Еще два пробника духов, которые называются Quelques Notes d'Amour. Это туалетная вода, вот. И еще два пробника тонального крема, по-моему, новый, который у них вышел, называется Zero Defaut. Вот, написано, что держится 14 часов, ну, не знаю, посмотрим. Кто пользовался, пишите. Вот, в принципе, и все, что было от Yves Rocher. Были еще гели для душа, девчонки, но я их уже начала в ванной, да неохота мне их доставать. Это новая версия, которую я купила. Я их раньше покупала, вам показывала, да, в принципе, ничего нового. Но бывшая версия мне почему-то больше нравилась из серии Jardin du Monde. Далее, что было еще? Далее, девочки, кое-какие были покупочки опять в Кико. По-быстрому сейчас вам покажу, что же я приобрела. Значит, первое, что я у них купила, на пробу взяла, это вот такое вот средство для снятия лака с ногтей. Знаете, пару раз уже пользовалась. Ну, в принципе, лак снимает хорошо. Здесь 75 мл. Вот, без ацетона написано. Такая вот коробочка, да. Первый раз беру. И вот такая вот у них баночка. Ну, здесь такая вот губка. Ну, я думаю, что многие, в принципе, уже знакомы с такого рода продуктами, да. Я уже пробовала и от Sephora, и еще какое-то покупала, пробовала. Все время пробую что-то, знаете, новенькое. Вот, значит, произведено во Франции. Далее, что еще было? В принципе, так, все по мелочи. Девочки, вот это средство я вам советую. Оно просто суперское, потому что я уже им достаточно время пользуюсь. И могу сказать, что от него есть толк. Особенно для тех, у кого такие вот слабые ногти, как у меня, да. Это база, которая наносится на ногти. Это лечебная база, кстати. Здесь 11 мл. Название не буду ломать язык, да, это на английском. Называется оно вот так. Значит, также произведено во Франции. Вот, вот такой вот у него бутылек. И вот он такого вот голубенького цвета. Но на ногтях он, конечно же, прозрачный. Вот. Отличное средство. Вы знаете, я использовала, как она мне посоветовала, девушка-консультант, да, трехдневным нанесением. То есть первый день один слой, второй день второй слой, третий день третий слой. Вот, действительно укрепляет ногти, придает ногтям такой красивый глянцевый блеск.
Вот, и также потом вы после 3 дней вы снимаете все, да, и наносите по новой, и потом уже сверху можете наносить какой-то свой лак обычный. Или также вы можете повторить опять 3 дня, 3 слоя, да, и походить с этим средством. Я вот, ну, наверное, где-то неделю или дней 10 ходила с этим средством, действительно, ногти улучшились. Поэтому от души вам могу посоветовать. Так, что же было еще? Еще 2 средства для ногтей, да. Они, в принципе, идентичные. Просто одно уже сняли с производства, и оно было по более низкой цене. А другое уже как бы новое средство, да. Это средство, которое называется, сейчас вам скажу. Так, как же оно называется? Nail Cuticle. То есть это средство для кутикулы. Значит, я уже не помню, какое сняли с производства, да, они одинаковые, в принципе. Ну, в первом написано интенсивное, Nail Care, карандаш с маслом. В каждом по 2,2 мл. И во втором написано, значит, питательное масло для кутикулы. Они одинаковые, девочки. Ну, просто, как я вам уже сказала, одно снято с производства, другое вот в новой версии. Значит, как оно все выглядит? Отличное средство, потому что у меня такое подобное средство уже закончилось, поэтому я повторила. Это все выглядит вот так. Вот. Открываете, здесь идет такая вот кисточка, вы отсюда выкручиваете, и отсюда выходит масло. И вот вы наносите на вашу кутикулу, массируете, питаете ее, да, и так далее. Поэтому я вам советую их, также беру не в первый раз. Вот, значит, произведено в Германии вот это. А вот это вот средство, оно подобное. Такой же принцип, да, видите, также все выкручивается. Вот, выходит масло. И вы массируете, питаете вашу кутикулу, в принципе, и ногти. Это произведено тоже в Германии. Вот. Так что чем пользуюсь, то вам, в принципе, и советую, да, ну, то есть те продукты, которые действительно мне очень, очень понравились и подошли. Так, дальше, что было еще? Знаете, девочки, я у них взяла на пробу карандаш для бровей. Вот именно такого рода карандаша у меня для бровей нет. У меня уже есть разные средства для бровей, да, вот, и решила тоже попробовать. Пока еще не скажу, что прям сильно приноровилась к нему, да. У меня в номере первом. Называется он Airbrow Sculpt. Crayon Sourcil. Ну, карандаш для бровей. Здесь 0,25 грамм. Вот такая вот коробочка. Произведено. Так, если здесь написано. Произведено в Италии. Вот. И этот карандаш выглядит вот так. Вот такой вот натуральный оттенок. В принципе, как я всегда беру, да, если покупаю какое-то средство для бровей, всегда беру светлый оттенок, натуральный. Вот, у меня в номере первом, как я сказала. Значит, с этой стороны выходит сам вот такой вот карандашик. Видите, вот такое вот у него зерно плоское, да. Ну, сейчас такого рода карандаши очень популярны, да, для бровей. Вот, и с этой стороны идет вот такая вот кисточка для растушевочки. Вот, карандаш очень натуральный по оттеночку своему. Он мне подходит, сейчас вам покажу. Вот такой вот у него оттенок. А так, в принципе, вы знаете, я не скажу, что я прям конкретно еще его тестировала. И потом расскажу, в принципе, кому интересно, как он мне по ощущениям. Далее, девочки, приобрела у них еще 2 туши для ресниц. Вы знаете, у них на данный момент идет скидка хорошая такая на туши, да, и на средства для ресниц. Вот, и одна из них просто моя любимица, которую я вам уже много раз показывала, да, которая мне очень-очень нравится. Значит, первая тушь, которая называется Une Forgetable. Вот здесь 7 миллилитров. Это, по-моему, та, которая с загнутой кисточкой, да. У меня такая тушь уже есть. Хорошая тушь, девчонки. Вот такой вот у нее футляр. Это тушь, которая придает именно изгиб вашим ресницам, да, ну, также дает длину, конечно же, и объем. Произведено в Италии. Вот такая вот у нее полуизогнутая кисточка. Кисточка потрясающая, посмотрите. Вот я люблю такие кисточки, вот именно не толстые, не слишком тонкие. Вот. И вторая тушь, которая
одна из моих любимых, да, называется на Long Ice Active Mascara. Здесь 7,5 мл. В этой туше, девочки, содержатся компоненты по уходу за вашими ресницами. То есть здесь, по-моему, есть в составе касторовое масло. Вот. Так, и она выглядит вот так. Вот такой вот у нее футляр. У нее тоже очень хорошая кисточка. Вот такая. Так что, вы знаете, я вам ее советую. И ту, в принципе, и эту. Они обе хорошие. Так, произведено тоже в Италии. Значит, две туши произведены в Италии. Так, и что еще было? Была губная помада. Тоже была какая-то скидка у них. Вот, из такой вот серии, да. Значит, здесь 2,5 грамма. У меня в номере 02. И у нее вот такой вот красивый футляр. Такой темно-синий. И сам оттенок помады очень красивый. Девочки, пока еще не пробовала. Все пока новое лежит. Вот. Посмотрите, какой красивый оттенок, да? Взяла на пробу ее. Вот такая у нее достаточно жирная такая текстура. И очень-очень пигментированная, кстати. Ну, надо попробовать на губах. Далее, девочки, я приобрела у них тональную основу. Анти-аж, противовозрастную. Вот, которая выглядит вот так. Значит, написано с SPF 15, здесь 30 мл. У меня в номере 6. Знаете, на лице она просто супер, девчонки. Вот такой вот у нее черный бутылек, непрозрачный. Здесь очень удобно, потому что есть помпочка. И вы знаете, у нее текстура просто супер. Я пользовалась уже один раз. Посмотрите. Очень такая легкая, увлажняющая текстура. Вот такой вот натуральный оттеночек, да. Сейчас покажу. Ой, ну потрясающая текстура, девчонки. Вы знаете, на лице она настолько комфортная, да, и чувствуется, что вот она такая увлажняющая, такая, вы знаете, вот действительно антивозрастная. То есть она как-то вот на лице смотрится очень красиво, да. Вот такой вот оттенок у нее. Такой легкий-легкий аромат. Вот, ну, дальше буду пробовать. Но вообще мне очень понравилась она, тональная основа. Если у кого есть такая, пишите ваши отзывы. Мне будет интересно почитать. И, как я уже сказала, SPF 15, да, произведено в Италии. Вот. Далее. Что еще было тут из косметики? А, лаки. Лаки опять купила, девчонки. Ну, красивые такие, знаете, оттеночки. Сейчас покажу. Вот такие вот три лака, видите? Ну, этот более такой, знаете, он очень-очень легкий и такой, знаете, полупрозрачный. Ну, на лето, например, да, вот он подойдет. Вот такой вот, с блесточками. Кстати, у меня в номере, если я увижу номер. Так. Написано 002. Да. Далее. И вот такие два красивых оттеночка. Посмотрите. Потрясающие оттенки. Да, вот сейчас на весну. Вот. Вот этот у меня, значит, в номере. Тут непонятно, девочки. Тут два номера идет. И 63, и 82. Какой из них, я не знаю, девчонки. Ну, классный. Называется серия Power Pro. Power Pro Кико Милана. Вот такой вот. Классный оттенок, такой красивый. Дальше. Следующий из серии Smart. Smart в номере 160 и также вверху написано 007. Не знаю, какой из них. Такой вот красивый оттеночек, посмотрите. Вот. Лаки у них классные. Так, и кое-что было из ухода. Из ухода я приобрела вот такие вот гелевые маски для глаз. Одну я уже использовала, потому что их было 4. Тоже была какая-то у них такая выгодная акция, да, по которой я приобрела. Вот. Это маска для контура вокруг глаз. Гидрожель называется. Вот. Ну, вы примерно знаете, да, как они выглядят. Они такие вот действительно гидрогельные, такие, знаете, как вот как силикон. И вы наносите вот на эту зону, да, они такого черного цвета, и находитесь в лежачем положении. Ну, я, например, нахожусь в лежачем положении, когда делаю такую маску.
Вот. И, значит, здесь по поводу ухода, но мне сказали, вы знаете, что ее можно использовать раз в 2 недели. Мне так сказала консультант. Вот. Они произведены, кстати, девочки, знаете, где? В Корее. Вот, производство Корея для Кико. Так что, кто не пробовал, да, советую попробовать отличные маски. А кто пробовал, пишите ваши отзывы. Значит, они очень легкие в применении. Вы накладываете эту масочку полностью вот на эту зону, да, и оставляете на 15-20 минут. И потом вы ее убираете. Вот, все очень просто. Ну, в принципе, от Кико, наверное, все. И кое-что у меня было еще от Sephora. Далее, девочки, следующие продукты от Sephora, которые я приобрела на их официальном сайте. У них была тоже очень такая интересная скидочка, да, на определенные продукты, да. И я решила у них купить, потому что они в магазине такие скидки не делают. Вот то, что странно, да, поэтому выгоднее просматривать их официальный сайт, да, и иногда вы можете попасть на такие вот промо-акции. Так, получила свою посылочку. Вот тут в основном все продукты ухода. Ну, без ухода нам никуда, да, особенно если вы, как и я, не пользуетесь никакими инъекциями, уколами там и так далее, да. Так, что же я купила? Итак, девочки, вы знаете, я у них купила вот такие вот потрясающие салфеточки эксфолиант, то есть это салфетки пилинг для очищения вашей кожи. Вот, подобные существуют в Кико, но в Сефоре, вы знаете, у них очень большой выбор вот именно с различными составами этих салфеток, да. Я заказала, значит, первые с зеленым чаем. Они предназначены для матирования кожи, то есть они отлично подойдут у кого жирная кожа или у кого смешанная кожа, как у меня, да, микст. Вот, и также они предназначены для кожи с несовершенствами на лице, то есть у кого есть угри, там, сыпь и так далее. Вот так вот они выглядят. Здесь 25 салфеточек, они пропитанные и они двусторонние. То есть с одной стороны они идут уже с такими мелкими гранулами, которые как раз-таки очищают вашу кожу, да, проводят эксфолиацию, и с другой стороны вы потом уже протираете. Вот, и вторые салфеточки это ультра гидратант икла, то есть они ультра увлажняющие, придающие сияние вашей коже. Это салфеточки составом розы. И еще, девочки, вот эти салфеточки, как я вам сказала, идут с мелкими гранулами, да, для скрабирования вашей кожи, а эти идут просто, как бы они увлажняющие. Вот эти я еще не пробовала, так что хочу сегодня попробовать. Ну, потрясающие, просто потрясающие. У них есть еще другие составы, да, то есть различные цвета пакетиков, они обозначают какой-то определенный состав. Так, дальше, что было еще? Ну и, конечно же, я повторила масочки. Вот, взяла вот такие масочки для лица. Это масочки тканевые, которые пропитанные, да, у них суперские маски, я их обожаю. Значит, первое также с зеленым чаем, да, вот как вот эти салфеточки вот, которые также матируют вашу кожу и они против несовершенств на вашем лице. Вот. Очень простой принцип, да, достаете салфеточку, она пропитанная, наносите полностью на лицо, оставляете на 15 минут и все. Так, и вторая масочка очищающая и, как сказать, детоксифен. Вот, она идет с, как сказать, альга, с по-русски, с водорослями. Вот. Вот такая. Эту масочку я еще не пробовала, так что хочу попробовать. Так, и также две маски патчи для зоны вокруг глаз, да, одну взяла питательную, успокаивающую, с медом, вот такую вот. И вторую взяла анти-аж лисон, то есть противовозрастную, разглаживающую. Далее, девочки, следующее средство, это сыворотка масла, очень регенерирующая кожу. У меня подобное средство есть, уже также от Sephora, которым я пользуюсь. И вы знаете, я очень-очень довольна им.
решила приобрести еще одно впрок, тем более на него была скидочка такая хорошая. Здесь 30 миллилитров, это все выглядит вот так. Значит, оно идет с пипеточкой, сейчас вам покажу поближе. Вот, кому интересно название, да, это все выглядит вот так. Так, вот такой вот у нее бутыль. И здесь идет вот такая вот пипеточка. Вот, но этим средством я пользуюсь, да, вечером перед сном, наношу на очищенную кожу, да, на лицо, на шею и ложусь спать. Значит, произведено во Франции и протестировано дерматологическим контролем Франции. Так, и по-быстрому сейчас вам хочу сказать, да, какой состав, в принципе, в этой сыворотке. Ну, здесь написано, что в состав входит масло тигрового ореха, пропитано незаменимыми жирными кислотами для питания и укрепления кожи. И также пептидный коллаген и экстракт морских водорослей, которые придают упругость вашей коже. Вот такой вот состав. И также написано, что лучше его использовать вечером перед сном на очищенную кожу. И далее я приобрела еще один гель для душа. Да, я покупала уже до этого у них пару гелей. Решила повторить с пионом. Здесь 140 миллилитров. Знаете, у него очень приятная текстура, очень приятный аромат. И мне нравится, как он пенится. Очень хорошо пенится. И такая текстура у него, как сказать, очень такая легкая, которая хорошо накладывается вот именно на вашу кожу. Так, и еще один продукт, который я приобрела от Sephora, это средство для бровей. Опять-таки, решила взять на пробу. Вот, сейчас вам покажу. Также в натуральном таком вот оттеночке, да. Вот, здесь 5 миллилитров, произведено в Италии. Это называется гель сурсиль, то есть гель для бровей, но с оттеночком. Вот такая вот у него идет кисточка. Видно, да, я сделаю сводч. Вот такой вот сводч. Ну, тоже хочу попробовать. В принципе, кисточка очень удобная. Я думаю, что он мне понравится. Тем более такой натуральный оттеночек. Видите? Вот. Ну, все протестирую, потом расскажу вам, да. И тут они мне положили пробнички. Значит, первое, это что-то такое новое. Я даже не знаю, что это такое. Какой-то крем. А, крем для тела, да, крем для тела. Какая-то новая марка, не знаю. И прислали мне три пробника духов. Значит, первый Eau de Parfum от Hermès. Вот эти. Не знаю, пока даже еще не тестила. Вторые от Jean-Paul Gaultier Eau de Parfum Scandal. Вот эти вот. Потестим. И от Guerlain Le Petit Robe Noir Eau de Parfum. Вот. Приятно пахнет. Вот, в принципе, из покупок все. Дальше, девочки, что касается еще и в Роше, вы знаете, я выставляла пост в Инстаграм буквально на днях, да, с новой тушью для ресниц, которую мне дарили в подарок за какую-то покупку. Это вот эта вот тушь. Это, по-моему, новинка, которая вышла у них в прошлом году, если я не ошибаюсь, называется она Volume Elixir. Здесь 10 миллилитров, значит, вот такой вот у нее тюб золотистый, она такая толстенькая, у нее отличная просто кисточка, посмотрите, произведено во Франции, советую присмотреться. Далее, еще хотела, знаете, с вами о чем поговорить. Кстати, вот фотографии в Инстаграм, да, с этой тушью, на мне была помада, которая многим понравилась. И просили сказать номер. Значит, это помада, девочки, от Estée Lauder в номере 19, который называется Orchid Light. Да, цвет помады очень красивый. Я ничего не могу сказать, но... Если вы посмотрите, она уже в процессе ломки, она уже, видите, наклонилась уже в ту сторону. Вот, у нее отличный, конечно же, оттеночек, поэтому она многим понравилась, да. У нее такая, знаете,
кремовая жирная текстура, да, которая придает блеск вашим губам. Я постараюсь сделать свой, если я не сломаю. Я ее просто накрасила дома в тот день. Посмотрите, какой у нее потрясающий оттенок. Потрясающий. Но, несмотря на то, что это люкс, посмотрите, она уже ломается. Я не знаю, что с ней делать. Тут еще практически, ну, наверное, еще больше половины, да, осталось, если вам видно. Так что, если у кого есть совет, посоветуйте. Действительно, очень красивый оттенок. Но в таком состоянии помаду как-то не особо хочется наносить. Да, для дома вообще пойдет. Вы знаете, у нее есть еще минус в том, что в течение дня она начинает вот так вот, знаете, как сказать, выходить за границы ваших губ, вот так вот размазываться. Потому что я была с ней на работе, и потом я посмотрела себя в зеркало и ужаснулась. Вот так вот все, размазня, короче, какая-то. Вот вам и люкс. Еще, девочки, Герлен, да? Посмотрите, помада, да, от Герлен, которую тоже я забросила, можно сказать, да? Посмотрите, что с ней стало. Она в процессе тоже ломки. Потрясающий оттенок, ничего не могу сказать. Отличный оттенок. Вот на каждый день. И текстура красивая такая, посмотрите, да? Кремовая такая, оттенок такой спокойный на каждый день. Но, вот посмотрите, что с ней творится. У меня даже нет желания вот ею пользоваться, если честно. Тоже больше половины, тоже люкс. И стоит, извините меня, бешеных денег, да? Следующая помада от Clarins. Тоже красивый оттеночек. Уже наклонилась уже в ту сторону, да? Уже хочет ломаться. Посмотрите, она уже здесь, видите, как-то вся исполосовалась, да? Тоже красивый оттеночек, не текстура красивая, посмотрите, да? Тоже люкс. И посмотрите, какое качество. И это я к чему говорю, девочки. Конечно же, я тоже люблю кое-какие продукты из люкса, как и многие, да? Но вы знаете, вот эти три помады, да, из категории люкс, но вы видели качество. В процессе ломки, да, то есть они уже начинают ломаться, скашиваться, я не знаю, что делать. Если у кого-то есть какой-то астюз, да, как сказать по-французски, какая-то хитрость, да, чтобы их, я не знаю, поставить на место, да, чтобы они не наклонялись и не ломались дальше. А так, конечно, ну, красивые, ничего не могу сказать, но, вы знаете, у меня есть помады, вы знаете, и по ценовой категории, которые намного дешевле, да, то есть те же Кико, я не знаю, у которых нормальное качество, да, вот Кико, который, кстати, у меня сегодня на губах, потрясающий оттенок, да, она уже заканчивается, посмотрите, не ломалась, не гнулась, никаких проблем нету, да, единственное то, что вот, ну, футлярчик немножко скололся. Вот, так что никогда не знаешь, да, где угадаешь, где не угадаешь. Вот такое было видео. Надеюсь, что вам было интересно. Девочки, пишите ваше мнение, если кто уже пользовался теми продуктами, которые я вам показала, да, как они вам понравились, не понравились и так далее. Надеюсь, что до скорых-скорых встреч и желаю вам всего самого-самого хорошего.